Ты что, причесываешься? Не буду свет включать. Что это такой миленький, умывательный сучий. Ты как котик, лапкой умываешься, да? Изображение, конечно, так себе. Ну, просто сейчас там темнота вообще внутри, это телефон старается. Так высвечивает. А лучик прям такой веселый. Лохматенький. Нет, он себя жирочком из попной железы смазывает. Как будто купаться собрался. Мы, кстати, из Москвы брызгалок не привезли. Даже сыча не подождевать. Да, лучик? Ему, кстати, прям нравится это помещение. Он в нем предпочитает сидеть и прятаться, если вдруг что наружу. Он тоже вылетает. Но тут твой дом. Ночью уже спать надо. Такой ты дурашка. Давай почешу. Почесать? Кусей сначала мне надо раздать, а потом почесать, да? Все, я пойду лучше. Давай, спокойной ночи. Кутушу переселяем отдельно от лучика. Олень тут временно, потом уйдет. Вот, я принесла такое дерево. Оно было в два раза больше, я его уже пилила, вон куски валяются. Как я его вот сюда тащила, это, конечно, надо было снимать со стороны, но некому было. Вот, новый кутушин дом. Палатку я сложила, убрала. Она слишком большая для нее, и к ней ни к чему ее. Да и коробка это большая. А потом мы уже сколотим деревянные домики и лучку, и кутуши. Пока Мурлок поделился своей коробкой, поскольку он ей не пользуется. Так что это будет санитарная керамика. Не трясти. Вот. Но пока она будет обживаться здесь. То есть ей понравилось Валере гулять, но там ее лучик начал чесать, кусать, щипать. Поэтому сейчас мы в какой коробочке кутуши? Он в той, на самом деле. Я-то знаю. Пойдем ее высадим. Вот. Олень понравился лучик. Он уже посидел на нем. Выходи, сыч. Бедненький, лысенький сыч. Выходи. Давай, беги. Мимо. Это почти как там, только другой. Ой. Ага. У тебя вход рядом. В тайное место. Бедная лысенькая кутуша. Ну ничего, за месяц обрастет. Он и перышки повыщипал. Прячься. Вообще кутуша очень любопытная, активная. И поэтому мне жалко, что она сидела вот в палатке. Ей гулять нравится. Вот будет гулять. Пока так. Все. Исчезла. Пусть там обживается. Видите лучика? А он есть.
перепуганный перетаскиванием веток, переселением кутуш и прочих. Лучик, я тебя вижу. И так вижу. Это он только что вылез из-под холодильника. Ага. Ты хочешь вернуться обратно? Ну, это ж я, чё-то. Ты чё, оказывается, с Чунечкой тут, что ли, общаешься, Луч? Или ты так? Кто там в зеркале? О, ничего себе! Это сыч, которому нельзя общипать перья на лбу, да? Лучка. Ой, у Чунечки попочка зачесалась. Он меня в зеркале видит. Приофигевает. Лучик. Ну что ты такой дурак? Ничего себе ты тут гоняешь. Теперь тебе нужна Чунечкина тряпочка. Чу знает, что это за звуки, он не переживает. А на улице там просто жуть жуткая. Уже солнце стало появляться, но ветер не стих. Я сейчас как раз ходила для кутуши, рубила, пилила веточки. Меня там чуть не унесло, пока их пилила вместе с пилой и веточками. Луч. Чунечка знает, что там бочек. Он смотрит, но слушает его. Лучик. Ты прям деловой? Со скуки с зеркалом общается. Там у Лучика тайное место. Всё. Нет, сейчас. А звуки есть. Обзор Лучика хороший, может во все стороны почти смотреть. Чё, Лучик, кажется, там зиму обратно включили. Луч. Такой прифигевает, потому что за окном вон чё, леса не видно почти. Там ёлку в вольере не видно почти. А тут, конечно, разогрелось всё хорошо, хорошо разогрелось. Мы тут сидим, придумываем, что оленю сделать под голову. Вот. Луч, хочешь вкусного? Или ты так? Хватит меня игнорировать, сыч. Не, он удивляется, что внаружи происходит. Что там, Луч, кажется, тебя обманули, да? Поехали в деревню, говорили они. Там лето, говорили они. Будет вольер уличный. Тепло, хорошо, кузнечики прыгают. Но кажется, там что-то не то, не то, да. Бедный сыч. У тебя что, бедный? Тут не то, что ёлки там на улице в вольере сидеть, да?